Хочу кого-нибудь с лука убить. На самом деле ты хочешь сосать мой хуй, потому что я чувствую, что я могу... Точно! Давно, знаешь, чего не было? Взрывной стрелы. Точно. Это то, что я хочу. Так, итак, всем привет, дорогие зрители. Сейчас мы будем играть в HIZE King, Король of the Убийство. Так, Вася, поздоровайся. Поздоровайся! Карабалда! Вот, молодец. Все, мы летим вниз. Включусь, как будет что-нибудь интересненькое. Стой, он пускай лутается в магазин, а я его наебну. Смотри, какая фишка. Давай это очень жесткая фишка. Ёбнем, по разу. Ой, вместе стрельнем, давай. Вася, стукнем вместе. Ой, тихо, 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 давай. За респект. Подожди, я не вижу. Ты видишь? О. В красном, видишь, в красной крыше магазина, он да. Где-то там около него. Это ты топочешь? Да, да. Он в нем, он почти в нем. Стой, 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 тихо. Он видит меня. Он за ним, за ним. Ой, на вас сейчас что-то убили сбоку. Все, ты убил его? А кто это? Крас? Ты его убил. А, да? А что было? А кто по мне стрелял? Это другой человек. Бежит, бежит на меня. Ну, Вася, 15 хп снял. Нет, подожди, стой, стой. Да я тебе объясняю. 15 хп у него осталось. Я вообще у него тебя. Маска бича. Убивай, я смотрю на него. Hello, I wanna fuck you. S. Что ты, сука, моего дружаню расстрелял? Вася, шапик, так, нужна граната, подожди, сейчас все будет. Итак, зрители, у нас ток-шоу КК. Почему КК? Потому что Кирилл кухня. Итак, надо подготовить масло. Пожарим масло. Блядь, не то. А, я не горю. А, нет, горю. Кажется, у нас кухня в пожаре. Обязательно не забывайте нас залайкать. Спасибо всем. Да. Да. Ой. Кирилл, спасибо, что застилил мразота конченую. Как я... Сука. Оленя, по тебе одну, а ты мне семь. Так люди не играют, правда. Ты мне не будешь больше не выходить. Кирилл, разбирайся с ним. Я вижу его. А, это дробовик! Прикинь, я с дробовика начал стрелять. Второй 2% на него жестко играешь. Надеюсь, там нет крыши. Крыша, крыша, крыша. Хорош. Еще один где? В магазине, наверное, да? Наша? В этом. Ты здесь видел. Тихо, стой! Кто-то топает. Ну, помимо тебя. Дверь открыта. Ага. Короче, ради один раз пока. Как мусора вырвались. Где шавка эта? А что-то на крыше сидит. О, граната. Может быть, с ним, кстати, на крыше сидит. Давай закидаем из гранаты. А у меня нет гранаты. У меня есть только стрелы гранаты. А у меня есть гранаты, давай покидаем. Блять, нихуя перекину. Я могу. Сейчас я могу одну. Блять, что я говорю вообще? Сейчас, подожди, я одну хуйню сделаю. Стоп, его нету там. Они, короче, уже за магазин зашли, понял? За дом. За наш дом, за наш магазин? Ну, за твой магазин, да, где ты там на крыше сидишь. Уже прошли его. Ну-ка, привет, как? На гору поднимайся, на гору. Сейчас будем отсюда их убивать, нахуй. Да, я хуйно поднимайся. Если сейчас я им буду рот бить. Блять. Три стрелки, Кирилл. Не долетает. Звони в КС меня, пожалуйста. Ух! Я бинтуюсь. Меня шлем сбили. Молодец. Смотрим на смерть твою конченый даун.
Я убил одного. Левого убил, правый ты там заебал уже, наверное, со своими стрелами-то. Где? А, я вижу его. Второго убил тоже. Так вот он надевается все. Я, короче, нахуй лук этот выкидываю, бесполезный, блядь. Кирилл, сзади машина. Кирилл, газ. Рядом. Садись в машину, заебал же своими стрелами всех нахуй здесь. Где ты? А ты чё молчишь, кстати? Алё. Смотри, они хотят... Они битву хотят. Опа, там ещё. Смотри. Не умри. Вася очень хуёво мне. Нахуй сюда подъехал. Я не сюда подъехал. Я не могу стрельнуть с лука, понимаешь? Он конченый. У меня лук, у меня стрел нет. Но, Вася, я его взорвал! Я твоих взорвал! Да, ты двоих взорвал. Я твоих взорвал! На, сука! Ноги переломал, короче. Охуенно летим. Пиздатый кайф, пиздатый кокс. Смотрим, я отдаю нам 20 секунд на жизнь. Я заправку. Я какой-то магазин пойду. Типа бежит, ко мне бежит. А я с дробовиком. Таких, знаешь, двух жертв таких гонялось, я просто двух жертв гонял. Пока я бы еще попадал, блядь. Я просто двух жертв загнал, нахуй. Поляну и пиздил. Я машину нашел. Опа. Пошел почти. Как там дробовик пар? Дурак. Смотри, видишь, я 34% нанес. Да. А это тот пацан, который стрелял. Там где больше никого не было, слушай. Но могут еще прийти другие, так же, как я пришел. Хорошо. Хорошо, финтим, одна коща принес. Хорошо, финтим наши 90-е будут. Опа. Школа фи... Школа финта имени. Нам на Н. Едем на Н. Бензин 25 нихуя нажрет. Да, он ест очень много бензина, я замечал это. Хорошо, финтим. Опа-на. Я чмари. Ой, смотри, они не боят. Я тебе шлем сбил, прикинь. Ой, еблан, ты сейчас нас угробил двоих просто. Как я тебя могу шлем сбить, подожди, стреляй по нему. Он меня с одной пулей просто убил. Заебись, наигрались. Хорошо, подрифтил. Хорошо, подрифтил. Выходи. Ну, подожди, ты хорошо подрифтил, не понимаю. Ты знаешь, что я сделал? Там, короче, была, ну, окно, форточка. Да. Сплошная. Можно было заехать. Я заехал, нахуй, и взорвался. Во-первых, стой, я сейчас остановлюсь, это сейчас... Я, кстати, в этой игре занял первое место, типа, по дрифту. Самое, да? Типа... Да что ты? Лучше. Да! Я реально говорю. Да что ты? Смотри, видел?
Это перемычка называется. Хороший трюк. А, о, это моя любимая. Сейчас горные процедуры начинаются. Это пиздец. Кирюха, держи ноги. Пристегнулся? Давай, давай. Блядь, ебать она тащится. О, вот это массивы. А ты как работает подвеска? Тын-тын. Пристегнулся? Вот камень стоит, единственный камень стоит. Ты в него въебался еще и по. Ой, я не могу, водятел. Блядь, ебанцы. Давай уже, водятел. Покажи что-нибудь стоящее. С публики. Drive.ru. Все, только пристегивайся обязательно. Да, drift.ru, поехали. Мы уже закипаем, если что. О, пошла, пошла. Как? Как тебе? Жестко, супер. Это один из немногих. Ой. Опять, нихуя, да? Жестко, супер, классно. Кирилл, это все с практикой приходит, конечно. Ну, давай, корочка вот. Вот такой себе, конечно. Ой, хорошо летим, я вылезаю уже. Не-не-не-не-не, садись, не ссы. Я профессионал, не ссы, блядь. Ты стегнулся? Еще кончик, а я вылетаю, нахуй, сразу. Я уже, у меня уже, это, палец на Е стоит. Не бойся, не бойся. На Е? А у меня на Е или на Е, не понимаю. Почему на Е, типа, ебаш? Типа, вытяжись, если чё. Нет. Ничего страшного. Давай, ебай. Пиздрышный кончик, блядь, давай. По мне ебашут, Вася, двое. Охуеть, это вот война. Бежит на меня один. Он гранаты кидает. А, дай я уйду. Кирилл, ты что? Каску снимать. Тихо, он гранату сейчас кинет. Граната кидается. Кирилл? Каску снял. Убил одного. Прячься, у меня все ебло горит. Гренадер. Ага. Ты по мне не попадал случайно? Нет. А почему он мне две пули дал? Я что-то не могу понять, это что, блядь, люди такие. А как он снимает шлем каждый раз, блядь? Во-во. А, их двое еще. Там еще двое, что за бред? Да, их еще двое. А чё их трое было? Ну сейчас я их отпизжу и всё. Ставишь там, если три бегут рашами, да, я бегут рашами. Я смотрю на это. Опять шлем сняли, не понимаешь? Один идет справа, гранату кидает. Слышишь? Они такие. Кинул, хуйню выпустил. Конечно же, у них гранат миллион, блядь. Машина едет справа. Вот подожди, видишь, сколько раз по нему попал? Подожди, видео нет, сколько раз по нему попал я. Покажи ему пистолетный бой. Я думаю, мы хуево ему что-то. Ты знаешь, что он сделал? Я ему все ебло сломал, 20 хп оставил, мне в бочку стрельнул. Подожди, сейчас я убью его. Нет. Где он? У меня один патрон. Не, слышишь, он просто в бочку стрельнул. У меня один патрон, где он? Смотрите. Он хочет спуститься, слышишь? Да. По-моему, он... Тихо, я смотрю на него. Блин, за лестницей идет. Еще. Я не вижу. Убил. Ты убил? Да. Закрывай. Как так? Видишь? Не стреляй. Бежи. Понял. В замку ушел. Не беру там второй, понимаешь? Мне интересно. Упцелится. Да, вижу. Шлем сбил второму. Тихо, я иду.
Он просто закрылся. Ну вот. Ладно, играй там. На сегодня, короче, у меня все слизь.